Добро пожаловать на канал Урожай Ягод. Сегодня хотел бы провести такой эксперимент морозостойчивости сорта земляники. Сорт называется Атила польской селекции. Мелкоплодная ремонтантная земляника. Садили семенами в такую емкость пластиковую. За сезон выросла, оставили на улице. Были уже морозы 15-16 градусов. Ну, пока растение зеленое. Сейчас занесем в помещение, посмотрим, как она будет отходить. Сорт мелкоплодной ремонтантной земляники Атила создавался польскими селекционерами как ампельное растение. То есть она дает много усов. И мне было интересно, насколько она выдерживает морозы, если ее ставить на улице. Прямо в кашпо, там, в емкости, в любой, там, в ведре. Это не взрослое растение. Но, тем не менее, корешки у них прошли через всю емкость и внизу. Плохо видно, конечно. Вот корешки. Ноябрь месяц она провела на улице. Почва полностью в этой емкости промерзала. То есть взялась камнем. И когда занес, через 2-3 дня уже видно, что растения живые. Растения не повреждены. Пока были только 15-16 и одной ночи было 19 градусов мороза. Обзор взрослых кустов сделаю уже летом в открытом грунте. Ну а сейчас пока просто было интересно, насколько оно выдерживает морозы. 19 градусов пока оно выдержало растение, не укрывая ничего. То есть, если где-то на даче у вас там, если вы выращиваете атилу в кашпо, вымерзнут только усы, которые свисают с емкости. Остальное растение остается живым. Это по крайней мере еще до декабря месяца. Посмотрим, оставлю еще это на улицу. Полностью этот горшочек. И посмотрим, что будет в конце зимы. Еще сделаю один обзорчик. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было полезным.